Приветик всем, снимаю видео о своем небольшом расхламлении. Расхламление поверхностное, такое, как сказать, никакое вообще. Но я считаю, что лучше немножко, чем вообще ничего. Поэтому вот просто что под руку попалось, от чего нужно избавиться, вот вам покажу. Конечно, расхламление и кухня – это, мне кажется, вещи взаимосвязанные, там всегда есть что выкинуть. В данном случае избавляюсь вот от такой вот лопатки старой деревянной и вот такая вот вилочка деревянная. Ну, срок службы просто закончился уже, вещи удобные, но пора попрощаться. У меня валяется бестолковая ситечка, вот такой вот. Я не знаю, что это, зачем это. Я долго думала, что она может пригодиться, но не пригодилась. Наверное, траву удобно заваривать. Ну, на самом деле, не очень хорошо работает вот эта вот прижималка. Ну, в смысле, как это сказать, вот прижимается неплотно, и травинки все равно тут почему-то выскальзывают. Ну, в общем, избавляюсь. Еще у меня есть такой древний инструмент. Ну, такой вот. Не знаю, как это назвать. Это такая ручная взбивалка. А на самом деле, я бы от нее давно избавилась, но это... Взбивалка очень нравилась мужу, пока она функционировала, он омлет, в общем, делал с помощью этой штуки. Она, в общем, поломалась, вот эта вот железная штуковина вылетает из пластикового корпуса и пользоваться невозможно. Поэтому отправляется гулять. Две формочки вот такого плана, маленькая и побольше. На самом деле я выяснила, что у меня этих... Что с четкостью? У меня этих формочек на самом деле много. И я как-то вот оставила размеры, которые мне показались, что могут хоть как-то пригодиться. А вот от этих вот я думаю избавиться, потому что они занимают очень много места. И, в общем, прощаюсь. И вот такая вот интересная штука. Это такой нож для того, чтобы шинковать капусту. Когда-то я его покупала в Галамарт. Но с течением времени я поняла, что шинкование капусты – это не мое. Вообще не хочу этим вопросом заниматься. Нож занимает очень много места. Как бы, в общем, я подумала, что надо от него освободиться. И... пространство, и время, и все такое. Но, как выяснилось, еще нашла я один аргумент, чтобы точно избавиться от этой вещи. В общем, когда я его доставала из ящика, я умудрилась распороть руку. Мама говорит, как ты умудрилась? Что надо было делать, чтобы распороть этим ножом? Но я сумела. Поэтому уж точно ему нечего делать в доме, и все. Карьера его закончена. Очень много скопилось у меня печатной продукции. Какой-то непонятный. Вот целая стопка. Каталог из Магнит Косметик. 16-й каталог Фаберлик. Что тут еще есть? Еще один Фаберлик. Это уже какой? 17-й. 17-й. Эйвон. Декабрьский. Не пригодился, я ничего не заказывала. Ну, как-то не знаю, почему даже. Какие-то прокламации от Эйвон. Вот что-то тут целый набор. Я, по-моему, как-то регистрировалась. Ну, для того, чтобы сделать заказ в ноябрьском каталоге, на самом деле, со скидками. А так меня все это дело не интересует. Ну, я как-то предпочитаю общаться с консультантами, так мне удобнее. Марка вот такая BioSee. Это что-то связанное с Фаберлик. Ну, по крайней мере, это консультант Фаберлик мне вот преподнес этот каталог для ознакомления. Я так полистала, мне показалось, что очень даже небюджетные предложения в этом каталоге. И что-то ничего не заинтересовало. Я даже не знаю, почему. Каталог от Oriflame.
Не знаю, какой с 25 октября действовал. По нему я ничего не заказывала. То есть он пришел с заказом, и все, провалялся. Я отправляю его гулять. У меня, тут я разбирала пробники, лежит новенький пробник водички от Кинзо. Сколько бы я не пыталась подружиться с парфюмами Кинзо, как-то что-то не идет. Когда-то у меня был вот этот вот цветок, и он мне даже нравился какое-то время, но потом я все отдала. Это какая-то вот версия Поппи. Да. Ну, в общем, не нужен мне этот пробник. Все. Я тут разбирала свои закладки. В общем, закладок покупаю много, но когда начинаешь пускать их в ход, выясняется, что не все они нравятся. Я вот отобрала закладки, которые мне не нравятся, и пользоваться я ими не хочу. Вот это я, по-моему, покупала в фикс прайс наборчике. Вот не нравится мне. Также из фикс прайс такой вот какой-то закат. Не знаю, депрессивный, на мой взгляд. Почему-то не пошло. И вот этот вот какой-то ненормальный кот. Цветные. Два черно-белых. Тоже в фикс-прайсе покупала. Казалось, что это будет привлекательно и интересно, но на деле нет. Две магнитных закладки из коллекции, в общем, Питера. Не знаю, почему-то вот эти две меня совершенно не вдохновляют на то, чтобы использовать при чтении. Не знаю, не хочу просто. Не нравится. И две закладки с новогодней тематикой. С одной стороны надпись, с другой стороны вот такой вот снегирь. Здесь другая надпись. Елочные шары. Покупала, по-моему, перед прошлым Новым годом. Не захотела ни в какую использовать. Просто вот, знаете, прицепила эту закладку. Вот он, полдня она так в книжке пожила, и я поняла, что я не хочу это видеть. И все. В общем, да. По поводу сладенького. Я очень люблю покупать конфеты в интернет-магазине Аленка, потому что предпочитаю продукцию Красный Октябрь, там Ротфронт, Бабаевский. Ну, в общем, я хочу вам показать конфеты, которые никуда не годятся, и не советую вам их пробовать. Это Красный Октябрь Мега Драйв. Арахис плюс мягкая карамель в молочной шоколадной глазури. Отвратительная. В общем, это какая-то дешевая такая, очень по вкусу дешевая. Пародия на Сникерс. Просто гадость. Не покупайте. Что вот это такое, я вообще не поняла. Это какой-то со вкусом трюфеля и кокоса. Вот такая вот конфетка. Здесь почему-то не... А, вот. Рюфель. Это ж надо было так назвать. Жуткая гадость. Просто жуть. Хотя я люблю кокос, но это вообще есть нельзя. Какая-то пародия на трюфель Бабаевский, вечерняя Москва. По виду, когда открываешь этот трюфель, на вкус как будто ешь пластмассу. С каким-то сахарозаменителем. Ну, что-то такое. И еще одно произведение от Красного Октября. Батончики «Ореховая роща» с хрустящими вафлями. Красный Октябрь выпускает замечательные конфеты «Ореховая роща». Они решили сделать какую-то дешевую модификацию, по всей видимости. Ну так, чтобы, знаете, вот и вроде как и бюджетненько, а вроде как «Ореховая роща». Но ничего не получилось, потому что это просто гадость. Вот батончики «Ротфронт» классические, я обожаю, хорошая вещь. А вот эти всякие, как это сказать, вариации на тему каких-то конфет, мне кажется, это неудачная идея. В общем, вот как по полкило я, по-моему, покупала каждый вид, и все, в общем, улетело далеко.
еще две печатных штучки. Это новогодний каталог от Faberlic. Думала, что что-то закажу, но ничего не заказала. Хотя и закладочки тут у меня были. В общем, ну не знаю, как-то не срослось. И новогодний каталог от Oriflame. Впервые за долгое время мне нравится обложка. Обычно какие-то у них обложки странноватые. Тоже рассчитывала, что что-то закажу. А потом передумала. Думаю, зачем. И так всего полно. Новинок особо никаких интересных я для себя не увидела. Поэтому до свидания этому каталогу. И тут, как это сказать, разговор о грустном. Есть у меня вот такая маска. Вот у Планеты Органики. Глиняная маска контур для овала лица. Она новенькая, абсолютно закрытая, запечатанная. Здесь шикарный срок годности до мая 2023 года. То есть, как бы, использовать ее еще можно. В чем фишка? Как-то так получилось, что я умудрилась энное количество времени назад купить две таких маски абсолютно одинаковых. И до сих пор я не открыла даже одну. Вопрос, зачем мне две? Поэтому я решила ее отдать, чтобы она просто так у меня не лежала и не занимала места. Может быть, конечно, я на ее место куплю что-нибудь еще, но это уж как будет. И вот последняя вещь отдам маме. Тканевая маска от Виши. Я на нее так вот смотрю. Я наконец-то до меня дошло. Вот я когда снимала ролик о это из коробочки Glambox, кажется, это маска. Я думаю, как это, не понимала, что это такое. Думаю, вроде бы маска, отдельно какой-то гель. А потом до меня наконец дошло, тут даже стрелочки. И мне и написали, что это надо все это, как это делать, объединять. В общем, я смотрела на эту упаковку и поняла, что то ли мне лень это делать, то ли у меня нету большой любви к тканевым маскам, как-то все это куда-то ушло, не знаю куда. А мама очень сильно любит, и я решила ее порадовать этой маской. Да, как бы. Ну, вот какое-то такое вот расхламление вышло в этот раз. Я скорее... Знаете, сняла этот ролик, чтобы себя замотивировать на что-нибудь более серьезное. Это просто как такой, знаете, пробный шар, потому что я уже давно не расслаблялась. Думаю, надо с чего-то начинать, но пускай хотя бы так. Ну, надеюсь, что в следующий раз будет все это дело выглядеть как-нибудь более мощно. Надеюсь, видео было интересным, полезным и приятным. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.